Ja. Я бы, знаешь, что там дала? Я там видела, они багеты делали с лососем. Да сейчас что-то попробую. Как бы поливку мне не хочется, но я не люблю. А? Поливку я не люблю. Так я не говорю, что будем. Рыбную. Мы купим то, что надо, там это, что-то попробуем такое, иди. И все. Что нам? Ой, и эти малины я там видела. Ну это ж опять, там же карты не заплатишь. Ну наличкой? Но у нас же есть там чуть больше денег. Тут, а, вот там дальше, следующий поворот. Спускаемся. Не, следующий, нет, вот еще дальше. Подзаблудился. Помнишь, что там стоянка такая была? И это... Все-таки не туристический город. Ну ты же видишь, когда они стали туристическими. Ну да, совсем. В каком? В 17-м? Совсем чуть-чуть. Да. Как бы. Это потому, что люди начали ездить смотреть, интересоваться, так они их типа подпорили, я думаю, так. А. Им пофиг. Они счастливы да, тем, пофиг, что им есть. И поэтому да, им как бы туризм. Как вот это слово вот это есть у них? Есть они, хорошо. Как же это слово у них забыл, блин. Ну, я не помню, в какой из, именно из этих северных стран. Как-то оно там называется, блин. Что именно? Да это слово вот это, что вот типа я счастлив, только как-то оно знаменает. Ну, этот... мне хватает, типа вот того, только как-то оно у них... Специально слово они для этого придумали. Забыл. Так, это я иду, наверное, по велосипедной дорожке, ну да. А видишь, смотри, как в Голландии дорожки пешеходные выше этих, вернее, велосипедные выше тротуара. А здесь вот просто обозначены. Так, вот мы сейчас проверим, если норвежка культурная. Вот сейчас собака насерит. Культурная, кое-что достала. Блин, ну тепло. Я говорю, 13 градусов. Подожди, сейчас, чтобы не соврать, 14 было только что. Может, чуть больше тут теплее, может, от воды. Сейчас посмотрим, для интереса. Так, сколько градусов сейчас? 16. Сейчас откроется, не откроется, но только чтобы... Ну, 16, облачно, максимально 17, минимум 12. Охренеть! 16, дождь 40%. 16. В 10 часов заход солнца в 22:43, 14 градусов.
13-12, восход солнца в 4:46, 12-12-15 завтра. Завтра 21, ну вот рекорд. А куда-то мы пошли уже не туда. Тут мы не шли. Ну что, сейчас повернем вниз, тут тоже старые домики какие-то. Класс. Или шли, я чуть не помню. Нет, тут мы не шли. Сейчас фотку сделаем. Да.